И всем привет, с вами я Хирохита. Наверное, большой застой на канале. Должен был выпускать еще какие-то читы помимо Геншина на что-то еще другое интересное. Но это все чуть попозже. Сейчас у меня пока что немножечко заминка по времени, ребят. Собственно, сам чит, который я буду показывать в этом ролике, можешь найти меня в Телеграм, а также в Дискорд канале. Опять же, это все для тех, кто там верит в правдоподобность разработчиков крепи о том, что в кряке стилеры, вирусы и все в этом духе. Ну что ж, после скачивания самого архива распаковывайте папку, где будет лаунчер, и minty.dll. Открывайте лаунчер. Дальше вам нужно будет выбрать путь до самого Геншина. То есть у меня это диск D, Genshin Impact Game и Genshin Impact XZ. Дальше ждете, пока вот это все, вот эта вся DLL-очка, точнее батник, а не DLL-очка, батник у нас загрузится. Ну что ж, в чем небольшие, может быть, даже плюсы Минти, нежели от того же Карепи? Их нету, тут реально урезанный функционал максимально. Играть с ним практически невозможно, но из плюсов здесь есть луашечки. То есть вы можете подгружать луа в саму игру. То есть открываем, вот, вуаля, сейчас, секунду. То есть можете подгружать луа. Если честно, где их искать, пока не знаю. Если что-то найду интересное, опять же, в моем Телеграм и Дискорд канале будут все ссылки, будет вся информация и так далее. Пробежимся кратко по функционалу. Infinity Stamina, Good Mod, без КД на скиллы, короче. Ну, думаю, кто шарит, тот шарит. Мультихит есть. Тупые враги у нас есть, ускорение времени есть, unlock VP, спрятать UI-шку саму, custom UI, автоталк, skip cutscene есть, изменение фола, зума также есть, мини-игры тут world есть, опять же лашки, вот about есть опять же, и собственно сами настройки. Здесь вы можете настроить как вам угодно, собственно, то есть вот таким вот образом, например, да. Также вот полный, так скажем, список того, что вы можете настроить и так далее. Ну что ж, сам чит найдете у меня в Телеграм, а также в Дискорд канале. Все ссылки будут там. Всем спасибо за просмотр и всем пока.